Меня зовут Светлана Удельная, и это «Красоты радио». Алена Сазонова, московский фэшн-фотограф, сотрудничает с талантливыми модными дизайнерами, стилистами, визажистами, ведущими российскими агентствами. Ее работы регулярно публикуются в американских, европейских и российских журналах. Валерия Кошкина, профессиональный визажист с 12-летним опытом работы на фото- и видеосъемках и показах в Москве, Милане, Париже и Нью-Йорке. Алена, она сотрудничает с европейскими изданиями давно. Она преподает в высшей школе фотографии в Москве. Она является звездным фотографом. И то же самое можно сказать про Валерию, которая 7 лет работала на Армани, представляла марку. Соответственно, у нее был в этот период момент работы по всей Европе и в Америке. А это Светлана Подлевских, визажист международного класса, владелица шоурума «Преображение». Эти три девушки в едином творческом порыве сошлись еще несколько лет назад. Но такое мероприятие, которое они сейчас задумали, для Кирова – новинка. Мероприятие для создания профессиональных фоторабот, для журналов, для разных показов. Делиться они будут опытом. Авторский мастер-класс придется по вкусу и будет полезен визажистам и стилистам, фотографам и журналистам, моделям и продюсерам, людям, интересующимся красотой. Я думаю, что интересно всем, кто занимается любыми видами рекламы, связанными с фотографией, да, то есть журналы, соответственно, и так далее. Это не обязательно должен быть фотограф, фотограф естественно. Столичные девочки расскажут, как готовить различные виды съемок с нуля, успешно собирать команду и заражать ее своими идеями. Раскроют секрет, что хороших снимков без хорошей работы визажиста быть не может. Поделятся тонкостями подбора правильных оттенков и текстур, покажут, какие они – грамотная журнальная ретушь и модные образы. Сейчас, во-первых, очень популярно вообще фотографироваться, делать селфи, выкладывать это в соцсети и так далее. И для того, чтобы качество вот этих работ было выше, даже на бытовом уровне, надо знать ряд правил. Подготовка к съемке и многое-многое другое. Оказывается, видов макияжа очень много, и тут, что предназначен для фотосъемки, абсолютно не подойдет для съемки видео. Тот уровень фоторабот, который я вижу у местных мастеров и визажистов, и фотографов, ну, у всех, естественно, разный, но, опять же, так же, как и в нашей профессии у визажистов, есть очень непонятная история, кто куда движется. То есть законы моды, тенденции, мировые стандарты, новости, за которыми нужно следить. Ну, почему-то некоторые это забывают делать. Может быть, мало вдохновляются, может, не умеют. В нашей работе очень важно уметь самостоятельно изобретать. Если речь про моду, то без истории моды здесь никуда. Весь этот багаж знаний, как воздух, необходим. А как всеми этими инструментами работать в рамках одного проекта, нужна практика и подобные уроки мастерства. Всегда, когда посещаешь подобные мастер-классы, ты отчасти что-то знаешь, но всегда и узнаешь что-то новое. Тем более, основная тема, которая будет затронута, как работать в команде. Почему именно вот у этой команды получается профессиональный продукт, а у кого-то вот вроде бы каждый из себя мастер, но в целом не работает. Я думаю, что нам девочки помогут в этом разобраться. А потом результат этой работы будет виден и на страницах местных глянцевых журналов. 22 июля мастер-класс «Модный воркшоп» – совместный проект фотографа Алены Сазоновой и визажиста Валерии Кошкиной в салоне «Дом дизайн».